Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM, модель под номером 72308 до 17Z2. Вообще у нас уже на канале есть обзор подобной модели, поэтому историческую справку не буду рассказывать. Просто посмотрим, что у нас внутри. Красочный боксак, далее у нас коробка с плотного картона. Бутылки, инструкция, декаль. Давайте с инструкции. Ой, с декали покажу вам. Декаль у нас выполнена на новой бумаге, и при переводе проблема она не доставляет. Далее инструкция. Номера красок в палитре Revel и Tamiya. Технические характеристики. Это у нас бомбардировщик ВВС Финляндии. Ледники красными деталями показываются те детали, которые не используются при сборке данной модели. Вообще данную модель я собирал. Нету ни финскую, а немного другую. Скажу, что при сборке у меня проблем не возникло никаких. Только быстро из коробочной сборки у меня была. Быстро собрал. То есть все детали состыковались идеально. Вот. Сборка, окраска и все. Модель мне очень понравилась. Я думаю, что она понравится и вам. Каждый шаг здесь очень подробно описан. И при сборке вы, думаю, не запутаетесь. Дальше. Тут можно у нас получается сделать его с открытым бомболюком. У меня он так и сделал. Готова 3D-модель и декали. Два варианта. Это Финляндия 42, Финляндия осень 42. Ну и теперь наши ледничка. Ну, приступим, друзья. Хотел бы обратить внимание на то, что на данной модели присутствует расшивка. Расшивка выполнена отлично. Как я уже говорил, данную модель я собирал, все хорошо, расшивка шикарная, то есть все это после окраски, все видно, все прекрасно, везде смывка заливается. Далее следующий литер. Толкатель на внутренних частях элементов. Также на этом литнике присутствует большое количество маленьких деталей. Хочу обратить внимание на их качество отливки. Отливка шикарная. Каких-либо дефектов на данном литнике я не обнаружил. Колеса, шасси, сама непосредственно колес, ну, покрышка, сделана из двух половинок. Дальше следующий литник. Модель 72 масштаба. Совсем не сложно при сборке. Так. Тут везде есть на деталях фюзеляжа расшивка. И, как я сказал, что после окраски все замечательно. Смывка везде в расшивку у меня залилась. Также большое количество мелких деталей. Хочу обратить внимание, что дефектов на них нет. Все отлично отлито. Никаких там недоливов, ничего. Все отлично, все замечательно. Дальше литники с прозрачным пластиком. Здесь у нас два литника. В
Т-отлитник, я понимаю, был уже непосредственно дополнение к этой модели. То есть носовая часть остекления, она, видать, как-то отличается от предыдущих моделей. Остекление шикарное. То есть вот я смотрю на текст, сейчас через него. Все через тесно. Даже несмотря на то, что это 72 масштаб, через данное остекление все видно. Всю кабину, все это просматривается. Поэтому при сборке уделите внимание внутренним частям элементов. И теперь давайте завершим наш обзор. Положим коробку. Если вы любите авиацию, собираете авиацию в 72 масштабе, то эта модель должна быть у вас на полке. Потому что сам я непосредственно собирал данную модель. Мне она по качеству очень понравилась. И если вы любите, и у вас даже не очень много опыта, как у меня, я не считаю себя опытным моделистом, у меня не очень много опыта. И я хочу сказать, что при моем неопытности, при моей, я собрал отличную модель, которая получила, скажем так, хорошие оценки за участие в конкурсе. И понравилась она мне очень сильно. Я думаю, эта модель понравится также и вам. Всем спасибо, всем пока.